Тонну бензина бесплатно раздали омским водителям. Ко дню автомобилиста команда «Радио Сибирь» подготовила специальный проект – игру «Большой пит-стоп». Самым внимательным и расторопным слушателям доставалось по 20 литров топлива. Светлана Еловнарова расскажет, как водители боролись за бесплатный бензин. Доброе утро, Ети Шоу. Привет, Омск. Это «Большой пит-стоп» на «Радио Сибирь». Алешенька, здравствуй, дорогой. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя совесть достаточно для того, чтобы отдавать подарки прямо сейчас? И где ты сейчас притылся на своем шоколадном автомобиле с номером 866? Алексей? Чтобы выиграть в этом часе, друзья, нужно быстро, скоренько приехать на парковку перед Атриум кино. Мы наградим самого оперативного, самого быстрого, заправим не только бензином, но и хорошим настроением. Всем удачи, друзья, поехали! 200 литров бензина в день, тонна за 5. Это «Большой пит-стоп» на «Радио Сибирь». Здравствуйте! Как вас зовут? Антон. Очень приятно, Алексей, ведущий «Радио Сибирь». Привет. Вы у нас сегодня становитесь победителем в «Большом пит-стопе». Вам достаются все призы и подарки, чтобы вот здесь не находиться. На неделю о том, что нужно платить деньги на заправке, Антон может забыть. Он вез жену на работу, слушал радио. За акцией следил всю неделю. Разыгрывали по 20 литров бензина 10 раз в день. Когда Антон услышал, что корреспондент Сибири припарковался поблизости, решил, что на этот раз точно опередит соперников. Они, кстати, не заставили себя ждать. Уже есть победитель. Всю неделю по городу курсировали два автомобиля. 10 раз в день ведущие раскрывали свое местоположение и ждали самого быстрого и внимательного слушателя. 75% аудитории «Радио Сибирь» – автомобилисты. Огромная часть слушательской аудитории «Радио Сибирь» – это те самые люди, которые владеют авто, любят авто. В прошлом году мы разыгрывали 500 литров топлива за один день. В этом году решили сами свой рекорд побить. И замахнулись аж на тонну топлива. Каждый год специально для водителей радищики в Омске проводят десятки акций. Одной из самых масштабных стал проект «Флаг России». Из 225 машин белого, красного и синего цветов омичи собрали триколор. Акция вошла в Книгу рекордов России. За нее команда «Радио Сибири» получила высшую награду в сфере радиовещания «Золотой микрофон». Но это не главное, говорят радищики. Они гордятся другим проектом «Сибиряк поможет». Связывали тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто может ее оказать. По сути, работали диспетчерами. Но, как показала практика, это и оказалось нужным омичам. Только за прошлую зиму помогли десяткам водителей заглохших, застрявших, пробивших колеса машин. Светлана Еловнарова и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.